Привет, наши дорогие хочу-знайки! Ох, как мы рады вас снова видеть! В этом видео мы расскажем вам, по каким признакам понять, что в вашей комнате скрывается жучок, и как легко понять, что вас прослушивают. Ну а если вы впервые на нашем канале, то советуем вам непременно подписаться на него, чтобы одним из первых смотреть наши новые видео. Используйте смартфон. Почти все смартфоны и цифровые фотоаппараты фиксируют инфракрасный свет, который незаметен невооруженным глазом и может использоваться скрытой камерой. Осмотрите всю комнату через видоискатель и обращайте внимание на неожиданные вспышки или источники света, за которыми могут скрываться камеры. Чтобы узнать, способна ли ваша камера фиксировать инфракрасный свет, направьте на нее пульт от телевизора и нажмите кнопку. Вы должны заметить небольшую вспышку света на торце пульта. Используйте ваш слух. Прислушайтесь к тихим гудящим звукам или щелчкам, чтобы найти записывающее устройство. Скрытые камеры специально сделаны незаметными, но многие из них все еще издают негромкие звуки во время работы. Когда в интересующем вас месте наступит максимальная тишина, можно неспешно пройтись и прислушаться к гудкам или щелчкам, которые могут исходить от спрятанных устройств. Обследуйте помещение поздно вечером, когда утихнут дневные звуки. Так проще изолировать и обнаружить посторонние шумы. Существует немало механических и электрических устройств, которые издают подобные звуки. Сочетайте этот способ с другими методами поиска скрытых камер и микрофонов, чтобы различать звуки шпионских и обычных бытовых приборов. Проведите осмотр. Осмотрите датчики дыма и другую электронику. Приборы наблюдения могут быть скрыты внутри других приборов, которые потребляют электричество, вроде датчиков дыма. Снимите датчики с потолка и осмотрите. Проверьте колонки, светильники и прочие электронные приборы на предмет следов взлома, которые могут указывать на попытки спрятать приборы наблюдения. Датчики дыма – идеальное место для скрытых микрофонов, поскольку они имеют встроенную систему питания и централизованно устанавливаются в помещении. Микрофоны или камеры, скрытые внутри датчиков дыма или других приборов, обычно весьма легко заметить. Ищите предметы, которые не соединены с оставшейся частью корпуса прибора, либо напоминают камеру или микрофон. Используйте фонарик. Используйте фонарик, чтобы найти двусторонние зеркала. С одной стороны такое зеркало похоже на обычное, а с другой выглядит как окно, благодаря чему за ним удобно прятать камеру. Если зеркало вызывает подозрение, то выключите свет в комнате и приложите к стеклу фонарик. В случае с двухсторонним зеркалом вы увидите помещение с другой стороны. Попробуйте снять зеркало со стены. Двусторонние зеркала врезаются в стену или крепятся на болтах, тогда как обычное зеркало просто вешается на крюки. Также можно просто постучать по стеклу. Обычное зеркало издаст глухой звук, а двустороннее зеркало отзовется более отчетливым, открытым или пустым звуком из-за второй комнаты. Двустороннее зеркало можно перекрыть занавеской, бумагой или даже повесить сверху другое зеркало. На этом все. Пока и увидимся в новом видео.